На передовой работники службы скорой помощи. У них сегодня профессиональный праздник. Именно пандемия показала, насколько важен труд этих людей. Репортаж Петра Пермякова. Бригада скорой помощи приезжает к людям в самые сложные минуты. От их оперативности и профессионализма зависит человеческая жизнь. С приходом коронавируса это стало ясно отчетливее, чем когда-либо. Самой страшной была первая волна, пришедшая в Хакасию год назад. Когда появилась нужда в дополнительных силах, вот как раз Единая Россия откликнулась на, скажем, даже не на призыв, наверное, они сами даже к нам пришли, видя, понимая ситуацию, которая происходит в медицине. То есть, ну и мы, конечно, с радостью приняли и с этого времени как бы начали активно взаимодействовать. Именно в пугающие своей неизвестностью апрельские дни 2020-го волонтеры Единой России вместе с медиками отправлялись на срочные вызовы. Вторая осенняя волна коронавируса принесла большой наплыв заболевших. Медицина захлебывалась, бригады скорой работали сутки напролет. В те дни не только жителям Хакасии, но и самим медикам была очень нужна помощь. И рядом с ними всегда были волонтеры. Пришли люди совершенно бескорыстно, помогая в такой ситуации. И только благодаря, может быть, их помощи, благодаря концентрации максимальной именно в этот момент мы смогли пережить. Это тяжелый этап в нашей работе. Сегодня медики вновь отмечают рост числа заболевших коронавирусом. Цифры не критичные, но настораживают. На передовой, как всегда, бригады скорой. Такая у них работа – первыми приходить на помощь, чтобы спасать наши жизни. Петр Пермяков, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.